прогуливаясь по одной из центральных улиц Мегиона, сложно представить, что всего несколько десятков лет назад на этом месте была непроходимая тайга. Старожилы города вспоминают те времена с особым трепетом. На их глазах из маленькой северной деревушки вырос нефтяной город. Более того, строился он их руками. Один из старожил, Валентин Юрков, любит вспоминать свою строительную бригаду, в которой дружно работали представители разных национальностей. Были даже свои традиции. Закладывают первый камень, как сейчас помню, первый блок, краном ложится, положили, место его печатали, подняли, и по карманам у кого денежки давайте, давайте, давайте. Ну и традиция, говорят, нужно положить монету. Мастер, нету, как нету, ну-ка давай, что-нибудь да найдешь, мы его давай трясти, валять, сами полезли по карманам. Ну не говорим, что это специально, ну как. Все, что-то нашли, положили в фундамент. С этой улицы началась история Мегиона. Здесь был построен первый многоэтажный дом в капитальном исполнении. Здесь же колонка, из которой все мегионцы брали питьевую воду. И именно по этой улице с транспарантами и шарами шли горожане на первомайских митингах и праздничных парадах 9 мая. А вот с этой стороны, тоже улицы Ленина, из детских садов в капитальном исполнении был построен вот детский сад «Колобок». Это 65-й год. Тоже рассказывали старожилы. А напротив находились тоже дома. И что интересно было, что даже ребятишки, когда вот на улице гуляли, родители даже из дома не выходили, у кого тем более окна сюда выходили, прям форточку могли крикнуть, что ребенок домой. С особым трепетом Григорий Станиславович вспоминает те времена. Вместе работали, отдыхали и строили город, с каждым зданием которого связаны теплые воспоминания. Первый дом справа была, значит, баня. Потом дальше шла была пекарня и библиотека была. Потом построили клуб геолог, которого снесли, сейчас на там нет уже. Клуб это строили очень быстро. В основном помогали на субботниках, поскольку было молодежи было в городе очень много. Сейчас с тех времен остались только два деревянных дома, которые когда-то служили общежитием для строителей. Теперь Ленина – улица с многоэтажными домами и современными постройками. А в ближайшее время здесь планируется строительство зоны отдыха с лавочками, зелеными насаждениями и фонтаном.